Мецатинта – черная манера, вид гравюры на металле. Основным принципиальным отличием от других манер оффорта является не создание системы углублений, штрихов и точек, а выглаживание светлых мест на зерненной доске. Эффекты, достигаемые мецатинта, невозможно получить другими тоновыми манерами. Иначе говоря, требуемое в оттиске изображение создается за счет разной градации светлых участков на черном фоне. В первой половине 20 века термин мецатинта использовался в полиграфии для обозначения иллюстраций, выполненных методом глубокой печати. Техника. Предварительно полированная поверхность металлической доски подвергается зернению, покрывается с помощью качалки множеством мельчайших углублений, приобретая характерную шероховатость зернения. Процесс длительный и весьма трудоемкий. При печати такая доска дает сплошной черный тон. Существуют и другие, в том числе за счет травления, способы зернения доски. В местах, соответствующих светлым частям рисунка, доску выскабливают и выглаживают, достигая постепенных переходов от тени к свету. Гравюры мецатинта отличаются глубиной и бархатностью тона, богатством светотеневых оттенков. Мецатинта служит и для цветной печати. Изобретателем данной техники является работавший в Касселе голландский художник-самоучка Людвиг фон Зигенрускь, который выполнил в 1642 году свою первую гравюру в этой технике, использовавшей мецатинта. Ричард Ирлам, Маурец Корнелис Эшер, Иоганн Питер Пихлер, Жан-Франсуа Жанини, Джон Фарбер.